Если наши футболисты не могут выиграть, то победят медики. Сборная команда российских врачей выиграла чемпионат мира в Барселоне. Наши любители футбола обошли команды из 12 стран мира, среди которых Германия, Бразилия, Англия. В финале врачи встретились с чемпионом прошлого года, сборной Украины. Игра была напряженная, основное время закончилось ничьей 2-2, и дело дошло до пенальти. В итоге 5-4 и победа нашей сборной. Кстати, решающий гол забил доктор, получивший серьезную травму в ходе матча. С переломом он смог реализовать пенальти. Вот это, я понимаю, стремление к победе. Некоторым стоило бы поучиться. В 2007 году в России был создан медицинский футбольный клуб «Иатрос», то есть «доктор» из греческого. Родиной врачебного футбола стала Вологда. Участвуя в турнирах, специалисты видели свой успех и подавали заявки на международные соревнования. Большая удача улыбнулась нашим медикам после звонка из Монако. Мы получили приглашение в 2012 году от принца Монако Альберта принять участие под его эгидой вот в таком вот корпоративном турнире. Мы собрали 11-15 человек и рискнули, попробовали. И в первом матче на Монте-Карло, на стадионе, победили сборную Бельгии. Это было прекрасное начало, которое позволило нам с оптимизмом смотреть в будущее и в дальнейшем. С 2013 года с Венгрии мы начали выступать на чемпионатах мира по футболу.